Настоящая зима придет к нам только 22 декабря, а вот опять она уже пришла в это воскресенье 17 числа. Ведь торжественная церемония объявления зимней столицы состоялась как раз вчера вечером. Уже в 27-й раз осенняя столица Нарва торжественно передает магический жезл, символ сезонной власти Отопя, который будет носить титул зимней столицы, пока не придет весна, то есть до 20 марта 2024 года. По словам мэра Таллина, такая традиция объединяет многие эстонские города и позволяет почувствовать всем жителям Эстонии, что они живут в одной столице, в одном государстве, и что в каждом городе есть что-то свое, что-то особенное и очень важное. Для Отопа это, без всякого сомнения, значительное и веселое событие. Мы же не можем по-настоящему стать эстонской столицей, а вот на 3 зимних месяца у нас получается. И мы носим этот титул с большим удовольствием. То, что снег тает, нам помешать не может, мы все равно будем кататься на лыжах. А если таллинцы не верят, пусть приезжают к нам или хотя бы посмотрят по телевизору. Все зимние месяцы в Отопе насыщены событиями. Под Рождество и Новый год особенно много концертов, выставок и веселых представлений. Также, как и много лет подряд, в гости ждут всех жителей Эстонии и иностранных туристов. Однако Отопе известен в первую очередь как центр зимних видов спорта. В этом году у нас соревнования по биатлону, в том числе и 2 чемпионата Эстонии. Также чемпионат Эстонии по двоеборью. В январе пройдет этап Кубка Скандинавии. А еще в начале следующего года у нас будут и местные события. Праздник песни зимних ночей Отопя, банный марафон. Зимой очень много интересных мероприятий. Конечно, в день открытия зимней столицы было куда больше веселых развлечений, чем спортивных состязаний. Чемпион мира по слэклайну Таури Вахисар поднял флаг зимней столицы, а дальше разогрел собравшихся ансамбль народного танца. Также пришли на праздник все Деды Морозы Отопя. Открылась и рождественская ярмарка, где, как и полагается, можно приобрести сувениры, зимнюю одежду, предметы народного промысла, ну и подкрепиться чем-нибудь вкусным и горячим. Лентровская, Хилари Кару, Андрес Лорент, новости Таллина.